Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск программы «События». В студии Лариса Шалафаст. Все самое важное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Дети поставлены на учет, родители заплатят штрафы. 6 несовершеннолетних задержаны в Самаре за участие в незаконном шествии. Безопасность превыше всего. Уникальная система распознавания лиц появилась в 41-й школе Самары. Инвентарь для новых побед. Спортсмену с ограниченными возможностями здоровья Сергею Новикову вручили новый сноуборд. 6 несовершеннолетних жителей Самары были задержаны за участие в несанкционированном публичном шествии. Родителям придется заплатить административные штрафы. О недетских поступках несовершеннолетних говорили на внеочередном совещании под руководством главы города Елены Лапушкиной. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Ролики в популярной сети TikTok, призывающие несовершеннолетних граждан выйти на несанкционированный митинг в минувшую субботу, разлетелись по стране и миру молниеносно. Итог неуемных фантазий, энергии печален. В Самаре на незаконном шествии арестовали 6 ребят, не достигших 18 лет. Отвечать за поступки подростков пришлось родителям и администрации учебных заведений города. Регулярно, примерно за 2 недели до мероприятия, выкладывались в соответствующих жанрах грамотно поданные сюжеты, которые, надо сказать, позволили эту тему сделать достаточно модной среди подростков. На внеочередном совещании в мэрии сотрудники полиции, прокуратуры и правоохранители вновь предупреждают самарцев. За участие в несогласованных публичных выступлениях предусмотрена административная и уголовная ответственность. Любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В ходе проверок работниками отдела по делам несовершеннолетних было выявлено 144 подростка, пожелавших принять участие в незаконном шествии в минувшие выходные. С этими подростками была сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних проведены профилактические беседы, в ходе которых было рассказано, значит, об административной ответственности за участие в несанкционированной акции и о возможных последствиях. Интегрироваться в яркий виртуальный мир подростков родителям и учителям не так просто, отмечают собравшиеся. Но быть ближе к собственному ребенку и ученику, научиться слышать и попытаться его понять под силу каждому взрослому человеку. Нам надо не передавить, нам не надо оттолкнуть. Мы должны быть сейчас своими друзьями и теми людьми, на которых опираются, которым можно довериться. Комиссии по делам несовершеннолетних сегодня собрали в большинстве районов областного центра. Задержанные подростки поставлены на учет в полицию. Родителям детей придется выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. То есть, участвуя в разного рода акциях, скажем так, дети подвергают в первую очередь свою жизнь и здоровье определенным негативным последствиям. Могут пострадать. В то же время они должны учиться и думать о будущем своей страны. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних по поручению главы региона Дмитрия Азарова сегодня проходило при участии советника губернатора Самарской области Ирины Скуповой. Совместно с участниками совещания советник главы региона считает необходимым выстроить максимально доверительный разговор с родителями и детьми в ходе проведения разъяснительных профилактических бесед. Помимо ответственности, которую вообще-то должны нести взрослые люди, есть еще и будущие судьбы. Поэтому частью обсуждения всей этой темы было бережное отношение к детям. И Дмитрий Игоревич особенно обратил внимание на то, что дети, которые случайно оказались там, шли, стояли рядом на обочине, но проявляли любопытство, на них не должно быть клеймо, чтобы они не оказались изгоями среди своих друзей, школьников. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участие в несогласованных публичных выступлениях, следить за своими детьми. Не стоит забывать и о том, что в Самарской области до сих пор действуют ограничения в связи со сложной эпидобстановкой. Среди участников массовых незаконных шествий могут быть носители коронавирусной инфекции. Несоблюдение дистанции масочного режима в разы увеличивает риск заражения и передачи болезни. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. В марте в России может заметно снизиться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Страна вошла в фазу стабилизации. Это значит, что похожая ситуация с заболеваемостью продлится до конца февраля. А затем количество заболевших может пойти на спад. Это спрогнозировали в НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Меры по предотвращению COVID-19 обсудили на очередном заседании регионального оперштаба. Олег Зверев расскажет подробнее.
Режим повышенной готовности в Самарской области продлен до 14 февраля. Эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной, но показатели и суточного, и еженедельного прироста заболевших снижаются. В основном за счет уменьшения заболеваемости детей до 6 лет и тех, кто старше 50. Что же касается ОРВИ и внебольничной пневмонии, здесь цифры ниже прошлогодних, а эпидемический прирост превышен только за счет взрослого населения. У нас по деткам, по школьному возрасту превышения порога нет. Я правильно вас понял? У нас превышение идет именно по совокупному населению за счет взрослого населения. Да. То есть по детям у нас превышения нету? Да. Нету. Многие больницы, ранее перепрофилированные под COVID, возвращаются к привычной работе. В первую очередь это касается отделений по лечению сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. В регионе удвоено число прививочных пунктов. Вакцина от коронавируса поступает в плановом порядке. На сегодняшний день поступило 21 942 дозы вакцины. В прошлую пятницу нам поступило внеплановых 10 тысяч доз. Следующая поставка планируется в период с 1 по 07 февраля этого года. И это 51 100 доз. А также в период с 8 февраля по 28 февраля мы еще ожидаем 79 200 доз. Еще раз, коллеги, хочу всем напомнить о том, что вакцинация носит добровольный характер. Постановлением штаба утверждено еще одно важное решение. Оно касается беременных женщин. Теперь Трудовой кодекс позволяет перевести их на дистанционный формат работы, и это право должно быть реализовано. А вот вопрос, который касается всех без исключений, это массовые мероприятия. Они по-прежнему отменены. Не было новогодних и рождественских гуляний, зато находятся те, кто, вопреки здравому смыслу, собираются на тусовки и вовлекают в это несовершеннолетних. Поручение вице-губернатору, ответственному за безопасность, навести порядок. На мое имя поступило письмо родительской общественности, которая возмущена действиями отдельных политиканов, призывающих к участию к митингам, различным противоправным действиям детей и подростков. Родительская общественность уже не просит, а просто требует защитить, оградить от провокаций и шествий детей, территорию школ, места, которые предназначены для массового отдыха и прогулок с детьми. Даю поручение, Владимир Николаевич Бурыкин, вам в течение 48 часов отработать все меры безопасности, обеспечения безопасности детей и жителей региона по всем муниципальным образованиям. Это решение поддержала самарская общественность. Подобные мероприятия категорически недопустимы ни на территории нашего города, ни на территории нашей страны и в мире в целом. Поскольку цель этих митингов, таких зловещих ситуаций одна – выбить из душ и умов наших детей, подростков определенные ценности. Вот эти действия, которые активно пропагандируются в социальных сетях, они приводят к тому, что подростки дестабилизированы и не понимают, как правильно участвовать в общественной жизни. Также дано поручение главам городов и районов усилить работу по проверке соблюдения мер безопасности в общественных местах. Олег Зверев, события. Небо Самары под надежной защитой. На боевое дежурство в Поволжье заступил полк с новым зенитно-ракетным комплексом С-400 «Триумф». Его установили на территории Самарской области. Одну из первых, новую ракетную систему, аналогов которой нет в мире, увидела наша съемочная группа. Военнослужащие зенитно-ракетного полка заступают на боевое дежурство. Охранять воздушные рубежи Родины теперь будут с помощью новейших комплексов С-400 «Триумф», которые появились в Самарском регионе. С перевооружением зенитчиков поздравил командующий 14-й армией Центрального военного округа Владимир Мельников. Родина вам вручена, очень дорогая, новейшая, перспективная техника. Ваша главная задача – изучить матчасть, грамотно ее эксплуатировать. Успехов вам в вашем нелегком труде. Их цель – защита, а не нападение. Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» сегодня мощнейшее средство противовоздушной обороны не только в России, но и в мире. На одной установке сразу 4 типа ракет с различной массой, дальностью пуска и возможностями.
Они способны поражать цель на расстоянии до 400 километров. В зоне обнаружения вражеские самолеты, разведчики, бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты. Данные образцы техники позволят в разы существенно повысить возможности зенитно-ракетного полка по выполнению боевой задачи. С-400 не просто установка для запуска ракет, а целый комплекс согласованно работающих и сложнейших систем, компоненты которого размещаются на автомобилях высокой проходимости. При этом большинство процессов осуществляются автоматически, без участия человека. Зенитно-ракетная система самостоятельно обнаруживает цели, самостоятельно подсказывает оператору, командиру, офицерам, какие характеристики цели, какие дальности обнаружения, какие типы ракет надо будет производить по данной цели. И уже командир принимает решение. Сам Иван вместе с другими командирами решение принимает пока виртуально. В центре управления отрабатывают электронную имитацию запуска ракет. Комплекс «Триумф» одновременно способен обстреливать сразу 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Военнослужащие уверены, что с такой техникой небо Самары под надежной защитой. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Самарская область стала единственным регионом в России, где появился комплекс интеллектуальной видеоаналитики «Безопасный город». Умную пропускную систему установили в 41-й школе. Как работает уникальная программа, узнала Мария Левина. С помощью этой маленькой камеры распознаются лица всех, кто заходит в школу. Педагоги, школьники и родители отображаются на мониторе компьютера. Турникет открывается только в том случае, если человек есть в базе данных. Случайных посетителей здесь, в 41-й школе, быть не может. Школа стала более безопасной, более защищенной. Родители довольны, их дети под постоянным присмотром, под наблюдением. Кроме того, мы в дальнейшем планируем, чтобы была полная интеграция с системой электронного журнала «СОСУ РСО». И данные о приходе детей в школу и о их выходе из школы поступали в электронный дневник и путем СМС в различные мессенджеры для родителей. Кроме распознания лиц, у всех входящих автоматически измеряется температура. Тепловизор встроен в камеру. Здесь установлено 4 турникета и 8 видеокамер. Самара стала первым городом в России, где появилось такое оборудование. Благодаря пилотному проекту «Безопасный регион». Такая система может быть апробирована в принципе в любом учреждении, где имеется массовый доступ людей. Это могут быть предприятия, это могут быть и высшие учебные заведения. То, что касается системы тепловизионного контроля, то это могут быть в принципе любые учреждения с массовым доступом людей, начиная от, как вы видите здесь на примере школ, заканчивая театром, кинотеатрами, ну и другими местами массового скопления людей. Чтобы установить такой комплекс в учебном заведении, нужно обратиться в администрацию школы, либо оставить заявку на сайте правительства региона. Мария Левина, Максим Гусев. События. На минувшей неделе страна отметила 77 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Героическая оборона непокоренного города на Неве продолжалась почти 900 дней. В память о тех событиях в самарских школах прошли уроки мужества. На площади Славы возложили цветы к вечному огню. На памятной акции побывала и наша съемочная группа. Валерий Довгяло родился за 10 дней до начала Великой Отечественной войны. Весной 42-го последним эшелоном по Ладоге на руках у мамы покинул город на Неве. Ехали цепочкой из 5 машин, рассказывает Валерий. До места назначения доехали только 2. Остальные затопили бомбардировщики. Несмотря на то, что я был маленький, вот когда я вернулся из эвакуации в 44-м году, да, я вот, тем не менее, вот, хотя, как говорит, вплотную не сталкивался с этим, но я увидел пленных немцев. Вот они в городе восстанавливали, вот. Я маленький был, собственно говоря. Вот мы не разрешали сначала общаться с ними, охраной, так, а потом потихонечку, так сказать, контакт. И вы знаете, я вот в их глазах, было все время, ну, какая-то, понимаете, вот грусть и как-то раскаяние. 27 января 44-го, после 872 дней фашистской блокады, город на Неве был полностью освобожден. В 90-х указом президента в этот день утвердили праздник «День воинской славы России». Валерий Иванович сегодня возглавляет самарскую общественную организацию «Жители блокадного Ленинграда». Вместе с ветеранами пришел почтить память павших и возложить цветы к вечному огню. Вслед за ветеранами почтить память пришли и молодые ребята, курсанты.
Алексей Баранов учится на втором курсе в юридическом вузе. О доблестной службе в органах мечтает со школьной скамьи. Для Алексея это семейное дело. Сегодня он тоже возлагает цветы к мемориалу. Храбрые люди, сильные духом. Потому что не каждый смог бы выжить. Даже есть дневники типа блокадных. И ты читаешь эти дневники блокадных, Ленинграда прям слезы пробираются. В Самаре проживают 136 жителей блокадного Ленинграда. В 90-й школе работает музей, посвященный событиям тех дней. Экскурсии для детей проходят ежедневно. 27 января ежегодно ветераны получают поздравления. До пандемии к ним приходили в гости. В этом году пришлось ограничиться звонками. Каждый житель не остается без внимания. Обязательно в этот день, ну, в настоящее время, учитывая обстановку, совершается звонок. То есть, чтобы человек понимал, что о нем помнят, вот, заботятся и поддерживают. Сегодня очень важно сохранять память о Великой Отечественной войне и передавать из поколения в поколение пример мужества, выдержки и, знаете, вот того взаимопонимания и той взаимопомощи, которую пережили жители блокадного Ленинграда. В четверг во Дворце ветеранов состоится телемост с правительством Санкт-Петербурга. На связи будут блокадники со всей страны. Мария Левна, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре открылась историко-документальная выставка «Холокост. Уничтожение. Сопротивление. Спасение». В экспозиции личные письма, фотографии и дневники тех, кто противостоял геноциду. Подбор, обработку документов и подготовку аннотаций для стендов сделали сотрудники Московского центра «Холокост». Уникальные материалы тяжелого времени изучила Ольга Павлова. Более сотни посетителей в день открытия. Зрители отмечают, выставка уникальна. Собирать документы, которые легли в ее основу, начали еще 30 лет назад. Организаторы Московского научно-просветительского центра «Холокост». Личные письма, дневники, фотографии и детские рисунки собирались по всему миру. Энтузиасты записывали свидетельства страшного и тяжелого времени. Копиями своих документов поделились десятки российских и зарубежных архивов и музеев. Бесчеловечность нацизма не знала пределов, не знала границ. И те люди, те страны, которые предназначались на заклание Гитлеру и фашистским армиям, они в итоге оказались освободителями не только собственных территорий, но и всей Европы в целом. Впервые в истории Второй мировой войны еврейское гетто было освобождено совсем недалеко от Москвы, в Калуге, уже 30 декабря 1941 года. Решающую роль в освобождении узников нацистских лагерей сыграла Красная армия. На стендах имена советских врачей, которые спасли полуживых узников Освенцима. Эти же медики боролись и за жизни блокадников. В экспозиции фотографии не только жертв, но и тех, кто сопротивлялся, боролся и противостоял геноциду. Я просто не представляю, как эту трагедию можно было пережить и как это можно было допустить. И что руководило этими людьми, которые устроили геноцид целой нации. Открытие историко-документальной выставки приурочили к ежегодной акции «Неделя памяти жертв Холокоста». Увидеть экспозицию жители Самары и региона смогут в историческом парке «России. Моя история». Вход свободный. Ольга Павлова, Максим Гусев. События. Самара отметила день рождения Владимира Высоцкого. В этом году всенародно любимому барду и актеру исполнилось бы 83. К памятнику Высоцкому в Самаре возложили цветы. Также поклонники актера вспоминали его концерт, который состоялся в Куйбышеве в 1967 году. На празднике побывала наша съемочная группа. И коленями землю толкаем от себя, от себя. В день рождения Владимира Высоцкого у здания Самарского дворца спорта звучат его песни. Именно здесь больше полувека назад при полном аншлаге прошли два концерта знаменитого барда. Выступление началось на час позже назначенного. Очевидцы признаются, воспоминания о том выступлении пронесли через всю жизнь. Высоцкий вышел, выбежал, вспыхнули боковые прожектора. Он прижал к груди гитару, был в черном долазке. Извинился за опоздание, сказал, что не по моей вине. И начал концерт с песни «Братские могилы». Спел 31 песню. И последняя песня была только недавно написана, им летом. Песня «Спасите наши души», которая широко известна. Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 83 года. Поклонники творчества артиста возлагают к памятнику цветы. У каждого своя история знакомства с творчеством великого барда. Евгений Измайлов рассказывает, песни легендарного артиста услышал в 70-е годы, когда учился в школе. И уверен, они актуальны и сегодня. Все темы, которые он поднимал в свое время, они актуальны сегодня. Причем сегодня как никогда, потому что молодежь и вообще люди стремятся к чему-то настоящему, к чему-то ненаносному. И по большому счету, вот если есть нравственные ориентиры,
то значит с обществом будет все в порядке. Самарские поклонники творчества Владимира Высоцкого бережно хранят память о нем. В Самаре создан музей, посвященный артисту. Его организаторы надеются, что после открытия здания Дворца спорта музей перенесут сюда, где когда-то звучал известный на весь мир хриплый голос. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События. В Самаре продолжают поддерживать спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Центр спортивной подготовки подарил чемпиону России по параноутборду новое оборудование. Заниматься спортом самарец Сергей Новиков начал только год назад и за короткое время достиг впечатляющих результатов. Как ему это удалось, узнала наша съемочная группа. Когда тренер Дмитрий Волобуев совместно с коллегой по цеху Татьяной Шевыревой предложили проводить соревнования по параноутборду, никто не верил, что идею ждет оглушительный успех. Занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья начались год назад. Одним из первых на тренировке стал ходить Сергей Новиков, потерявший ногу в 15-летнем возрасте из-за онкологического заболевания. По словам тренера, в начале занятия шли тяжело. Ну, конечно, когда он поехал, а поехал он это было на Рождество, это, знаете, как был дар такой божий, когда он поехал, мы его затащили на горы, и он оттуда поехал. Это, конечно, слезы. Это было так сильно. Уже через месяц после начала первых тренировок Сергей Новиков завоевал 2 серебряных медали на Кубке России. А чуть позже на чемпионате в Миасе в сноуборд-кроссе выиграл золото. Задача на соревнованиях, рассказывает спортсмен, была одна – победить и преодолеть самого себя. Тем более, что семья чемпиона – поклонники крутых виражей и горнолыжных трасс. И ему всегда хотелось быть ближе к родным. Учитывая, что вся семья у меня каталась в тот момент на лыжах, я просто внизу на горнолыжке стоишь, ждешь, пока кто-нибудь спустится, для того, чтобы их там пофотографировать, еще что-то. И все. Все твое присутствие на горнолыжке ограничивается этим. Теперь кататься можно вместе и на новом спортивном снаряжении. Подарок Сергею Новикову сделал Центр спортивной подготовки, обеспечив чемпиона России профессиональным оборудованием, сноуборд-доской, шлемом, ботинками и необходимой защитой. Уровень подготовки растет, класс спортсмен подрастает, результаты улучшаются. И я думаю, что вот приобретение такого современного оборудования, экипировки, инвентаря, оно, конечно, сработает на результат. Сейчас спортсмен тщательно готовится к очередному чемпионату России. Он пройдет в марте в Миасе. Поддержку Сергею Новикову оказывает Самарский регион. Спортсмену оплатит поездку на соревнования и поддержит финансово в случае победы. Ольга Павлова, Сергей Баскин. События. По ночному лесу на лыжах. В Самаре прошла ночная лыжная гонка «Сокольи горы». В ней приняли участие спортсмены со всей страны, а также зарубежные гости. Чем интересна ночная гонка, выяснила наша съемочная группа. У Владимира Пивеня в этом году уже 3-й лыжный старт. 2 прошли в его родном Уральске. Сейчас 58-летний спортсмен готов пробежать 10-ку на ночной гонке и выйти в число лучших финишеров. Для него экстрим – это норма жизни. Ночная гонка второй раз в прошлом году была. Дух захватывает. В прошлом году единственный фонарик подвел, сел лоботарейка. В этом году, надеюсь, все хорошо будет. Другой фонарик, другие уже другое оборудование. Оно должно вести себя получше. Но гонка не только зрелищная, она кураж дает. Такой классный адреналин, это что-то. Ночной гонкой начался на лыжной базе «Чайка» трехдневный спортивный фестиваль «Сокольи горы». В субботу днем пройдут соревнования в свободном стиле. В воскресенье – классика. Дистанции разные. От 5 до 51 километра. На старт выходят все желающие, от любителей до профессионалов. Градация идет по возрасту – от 17 и старше. Фестиваль обещает быть таким достаточно мощным. Погода отличная, лыжня шикарная. Лыжная база «Чайка» подготовила просто отличную трассу, поэтому я считаю, что все насладятся этим уикендом. На старт соревнований за 3 дня выйдет больше 500 лыжников. Самым массовым стартом станет гонка вольным стилем. На ночную гонку вышло, как и в прошлом году, 150 спортсменов. Первой пересекла финиш гостья из Южно-Сахалинска. Круги хорошие для любителей, для профессионалов, потому что рельефы разные. Готовность трассы идеальная, я считаю. Не ожидала, что в Самаре такие круги, база хорошая, впечатления положительные. География участников с каждым годом расширяется. На старты Сокольих гор выйдут представители 100 городов России. Шансы победить есть у всех участников. Неизвестный никому любитель может финишировать первым, обогнав мастеров-международников. От этого соревнования становятся непредсказуемыми, интригующими и интересными для гонщиков. Виктория Шарая, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи!